Porsche Panamera. Новейшая машина одной из самых известных автокомпаний Германии. Первый четырехдверный спортседан, когда-либо созданный Porsche. Это нечто особенное. Раньше нельзя было проехаться на четырехдверном Porsche. С Panamera компания оказывается на незнакомой территории. Будут ли покупать столь радикально иное Porsche? Будучи небольшой маркой, начало выпуска новой модели было очень большим риском для компании. Часть риска – вложение свыше 200 миллионов долларов США в расширение завода, оснащенного по последнему слову техники. Мы находимся в логистическом центре Porsche Leipzig. В день сюда прибывает примерно 150-160 грузовиков. Каждый день они привозят на завод свыше 2000 деталей. Каждая деталь используется в сборке менее чем через 24 часа. И крайне важно, чтобы ничего не потерялось. Каждая деталь имеет свое место, так что ничего не может быть утеряно. Все можно найти, потому что для каждой детали имеется специально подготовленное место. У нас существует общая система, сборочная система и логистическая система. Они соединены интерфейсом. Таким образом, поток материалов и машин синхронизированы. Детали прибывают в ящиках, специально сконструированных для завода Porsche. Это специальный ящик. Он создан специально для рулей и подушек безопасности Porsche. Техник берет руль и несет его отсюда прямо на линию. Кроме завода в Лейпциге, который является ключевым для создания Panamera, привлечены три других немецких завода. Кузова изготавливаются и окрашиваются в Ганновере. А двигатели собираются в пригороде Штутгарта. Мы находимся на заводе по сборке двигателей Porsche в Цуффенхаузене. Это сердце. Это сердце завода по сборке двигателей. Это участок логистики. Сюда 14 раз в день доставляются запчасти. Рабочие следуют указаниям на компьютерных распечатках и световым индикаторам для укладки нужных деталей на тележке. Сложно укладывать детали двигателей вовремя и в нужное место. Это означает, что через 8 секунд детали отправятся на сборку двигателей. Эта желтая штука – элемент автоматической транспортной системы, управляемой компьютером. Этот транспортер отправляется на сборочную линию. Для каждого двигателя необходимо порядка 190 деталей. И особая тележка, в которой хранятся все эти детали для одного двигателя. Это сборка V-образных двигателей V6 и V8. Работая по две смены в день, примерно 300 человек собирают двигатели для Panamera. Семь различных двигателей. Это разнообразие – часть бизнес-стратегии Porsche. Цена на Panamera варьируется от чуть больше 75 тысяч долларов до более 173 тысяч. В основном в зависимости от того, какой двигатель вы хотите. –
От V6 с двигателем в 300 лошадиных сил до сильного турбированного V8 с двигателем в 550 лошадиных сил. Турбинный способен развивать 306 км в час. Это место, где двигатели попадают на первую станцию. На линии сборки двигателей 43 рабочих станции. На каждый этап затрачивается 3 минуты 45 секунд. Именно этого ждут фанаты Porsche. Двигатели, собранные с невероятной аккуратностью и точностью. Это турбокомпрессоры для Panamera Turbo. А это станция, где эти турбокомпрессоры устанавливаются на двигатель. Рабочие используют обычный ручной инструмент. А также инструменты, контролируемые компьютером. Это умный инструмент. Все скручивающие усилия и углы сохраняются в компьютере. Роботы производят наиболее ответственную работу. На этой станции собираются головки цилиндров. Это роботизированная установка, где они собираются. Это особые роботы. Для каждого двигателя у нас есть специальные программы. Роботы сами выбирают подходящие насадки для сборки следующего двигателя. Через 3,5 часа мы получаем полностью законченный, готовый к выходу на гоночную трассу двигатель. Те же автоматические транспортировщики, которые привозят запчасти на линию, встречают готовые двигатели. Тележка заезжает под мотор и подбирает его. Он будет отправлен в Лейпциг. Со сборочной линии транспортная система доставляет готовый двигатель сюда, в зону отгрузки. И далее мы отправим двигатели в Лейпциг грузовиком. До Лейпцига, думаю, примерно 4 часа. 4 часа пути. Там они встретятся с кузовами автомобилей. Но когда грузовики приезжают, рабочие начинают отсчитывать минуты и секунды. Каждые 2 минуты и 20 секунд мы выгружаем по двигателю. Двигатели специально созданы для Panamera. Главным в Porsche всегда были прекрасные характеристики. Даже с 4 дверями.
Панамере главное – возможность выбора. Вы можете выбрать один из 7 различных двигателей, 2 разных трансмиссии, заднеприводную или полноприводную версию. Можно повеселиться на гоночной трассе, если хочется. Но на этой машине можно и в отпуск поехать. Все механические детали для автомобилей прибывают в одно и то же место на заводе. Крупные детали, вроде двигателей и трансмиссий, выгружаются из трейлеров в четком порядке, в соответствии с планами завода на сборку машин. Двигатели выгружаются в строгой последовательности. Это напоминает кассу супермаркета, только все происходит быстрее. Штрих-код — это проверка последовательности. Все в порядке, двигатель может отправляться на линию. Как только запчасти выгружены, держатели, на которых они прибыли, отправляются обратно в пустые грузовики. Это эффективный способ обеспечения постоянного потока деталей и грузовиков. Приходит полный трейлер, мы выгружаем двигатели, а затем пустые поддоны отправляются в пустой трейлер. Это непрекращающийся цикл. Для всех 7 версий двигателя всего одна сборочная линия. В этой части завода мы соединяем двигатель и трансмиссию. Панамера оснащаются ручной трансмиссией с ручным управлением. Трансмиссии первоначально разработаны для гоночных машин Porsche. Это ключевая часть создания седана с душой спорткара. Трансмиссия дает возможность переключать скорости самостоятельно или предоставить это компьютеру. Можно самому вести машину, если вы водитель-гонщик, но при этом ваша жена или мама также смогут ею управлять. Техники занимаются двигателем и трансмиссией, а целый ряд автоматических тележек движется по сборочной линии. Эти тележки представляют собой подвижный рабочий стол для сборки шасси. Для безопасности каждая тележка оснащена черным глазом, сканером. Могу вам продемонстрировать. Вот. Она остановилась. Теперь я могу отойти. И вы увидите... Увидите, что она продолжит движение. Следующими устанавливаются подвеска машины и тормоза. Ключевые детали напрямую связаны с гоночным наследием Porsche. Сейчас наша скорость 160 км в час. У нас хорошие тормоза, и даже если дорога мокрая, как сейчас, проблем со сцеплением не будет. Техники продолжают устанавливать новые детали на линиях сборки двигателей и шасси, постоянно следя за временем. На каждый этап требуется 2 минуты 20 секунд.
Панамера – первая Porsche, сконструированная со встроенной системой стоп-старт. На знаке стоп или красном свете светофора двигатель отключается для экономии топлива. Я стою на тормозе, мы не движемся вперед. И теперь двигатель выключен, без необходимости выключать зажигание. Но стоит нажать на педаль газа, и двигатель мгновенно заводится. Если хотите поехать, машина вновь запускается, это очень эффективно. Достаточно эффективно, чтобы тратить в среднем 3,5 литра топлива в городском режиме и 2,3 литра на трассе. Но большинство людей, скорее всего, покупают Панамеру не из-за расхода топлива. Они покупают эту машину из-за того, что происходит, когда ты до упора вдавливаешь педаль газа. Создание четырехдверного спорткара потребовало от Porsche создания совершенно нового дизайна. Это был чистый белый лист. На этом этапе мы искали различные пути справиться с поставленной задачей. Создавались эскизы, нечто вроде этого, где мы пытались соединить линию крыши купе, но сохраняя в машине пространство для четырех человек, при этом стараясь сохранить дух того, о чем мы думали. И этот дух оживает здесь, на кузовном заводе Volkswagen в немецком Ганновере. На этом гигантском заводе работают свыше 12 тысяч человек, по большей части занимающихся сборкой фургонов и грузовиков Volkswagen. Но менее 300 рабочих обучены работе по сборке Панамеры. На заводе используется один из крупнейших прессов в Европе. Гигантская машина весом в 500 000 килограммов. И размером с футбольное поле. Когда она работает, пол завода сотрясается. «95% операций по штамповке полностью автоматизированы. В среднем мы производим 120 кузовов Porsche Panamera в день. Следующая остановка – сварка. Эти два техника поднимают боковину рамы легко, как пушинку, потому что так и есть. Она изготовлена из легкого алюминия». Сложность заключается в том, чтобы иметь необходимые навыки для обнаружения недостатков, требующих исправления. На этом участке контроля качества выявляются малейшие недостатки, образовавшиеся во время штамповки. Сборка кузова – непростое дело. Обычная машина изготавливается из одного вида металла. Для Панамеры используется 6. Для Панамеры используется много материалов. Например, это сделано из алюминия, оцинкованной стали и горячей катанной стали. Это вы уже можете видеть на этой боковой панели. В передней части используются литые алюминиевые элементы. Смешение и точный подбор материалов не случайен. Цель – сделать автомобиль как можно более прочным, но как можно более легким. Множество роботов создают кузов. Некоторые устанавливают детали. Другие соединяют части друг с другом. Некоторые используют автомобильную версию суперклея для скрепления деталей.
Все роботы управляются при помощи компьютерных экранов, которые напоминают ультрасовременные видеоигры. Лазерные сканеры контролируют, что все встало на место, с точностью меньше толщины человеческого волоса. В линию встроены измерительные станции, вроде этой, с перцептроном, контролирующие все главные структурные компоненты. Робот приклеивает крышу. А рабочие сварщики усиливают те места, куда машина не способна дотянуться. Затем устанавливаются двери. Потом еще одна станция контроля качества. Здесь до гладкости шлифуются сварные швы. А руки проверяют качество работы. Кузов начинает выглядеть как готовая машина. Настало время для окраски. Каждый кузов поднимают на второй этаж. Там он устанавливается в нужное положение для входа на линию окраски. Но сначала еще одна проверка качества в световом туннеле, способном выявить малейшие дефекты. Затем машина попадает в специальную мойку, где обрабатывается химическим раствором, благодаря которому краска лучше ложится на кузов. Завод в Ганновере располагает одной из самых современных покрасочных линий в мире. Роботы способны окрашивать машины в 24 стандартных цвета. И до 130 цветов на заказ. В зависимости от того, что хочет покупатель. Краска сушится в термотуннеле. Автомобильная версия фена для волос промышленных масштабов. Затем наносится окончательный прозрачный слой покрытия. Последние шаги – проверка и полировка каждой машины вручную. А также последние тончайшие штрихи по регулировке стыковки частей и доводке покрытия. На этом этапе каждый кузов автомобиля появляется в своем изначальном виде. Теперь готовые кузова отправляются на автоматический склад. Здесь идет координация их доставки на завод в Лейпциге, где они отправятся на участок окончательной сборки.
Новые кузова Панамеры в два яруса грузятся в железнодорожные вагоны. Настало время отправить их на завод в Лейпциге, где будет рожден каждый новый автомобиль. В Ганновере мы вкладываем в каждый кузов передатчик, чтобы знать, где находится машина. В Лейпциге следят за каждым километром их передвижения из небольшого зала, который доступен очень немногим. Контрольный центр – это сердце завода. Электронный нервный центр, показывающий все, что происходит, в том числе ежедневное прибытие новых кузовов из завода в Ганновере. Вы видите нашу линию по сборке Панамеры. Это первая точка. Сюда прибывает кузов из Ганновера. Особая система подъемников доставляет машины вглубь завода. Первоначальный заводской комплекс Porsche заметно отличался от сегодняшнего. Скорость сборки была намного меньше. Каждый двигатель собирался вручную. Установка двигателей и трансмиссии в автомобиль была очень сложным делом. Для этого требовалось трое рабочих, один из которых лежал на спине под машиной. И примерно 30 минут, чтобы сделать то, что сейчас на Лейпцигском заводе делается за 2 минуты и 20 секунд. У них был шанс Вы видите проезжающий автомобиль, он вам нравится. Вы хотели бы его купить, но внешний вид создает определенные ожидания относительно интерьера. Прежде всего, сиденье. В Панамере 4 сиденья. Возможно, это самые роскошные сиденья, которые фирма Porsche когда-либо устанавливала в автомобиль. С 9 вариантами кожаной обшивки на выбор. Моя работа – установка сидений. Я устанавливаю систему подъема кресел и... Вот такого движения тоже. Варианты внутренней отделки включают различные цветовые решения с матированным алюминием и деревом. Мы прекрасно понимали, что нам необходимо задуматься о новых материалах, различных материалах, новых опциях, например, что мне очень нравится, особое дерево с тонкими полосками. Иногда я занимаюсь сидениями. А сегодня учусь устанавливать передний бампер. У нас 7 минут, чтобы это сделать. На каждом этапе работы линии компьютеры следят за происходящим. Каждый шаг объясняется на экране. Например, спереди находится вот это. Фары. Двери машины собираются на этой специализированной линии. А затем устанавливаются обратно на машину. Мы находимся в зоне окончательной сборки. Мы собрали кузов автомобиля. Теперь на этой линии мы проверяем окраску. Большая часть завода нацелена на эффективность. Сейчас главная цель – совершенство. Готовые кузова и шасси двигаются навстречу друг другу.
и соединяются в центре завода. Вот наш двигатель с трансмиссией и мостами. Вы видите, что это V6 для той белой Панамеры. Механические подъемники подводят каждое шасси под их новый кузов. Соединение занимает 2 минуты. Это наше целевое время, временный этап. 2 крупные части машины идеально подходят друг другу каждый раз. У нас 2 станции. Это станция, где мы собираем их, и следующая станция, где закручиваем болты. Двадцать один болт. Вот и все, что необходимо, чтобы удерживать части машины вместе, даже когда она делает вот так. На этом этапе новая Панамера почти готова. Подвесной конвейер в форме латинской буквы U переносит машины на последнюю сборочную линию. Невероятную, эффективную последнюю сборочную линию. В нашей компании присутствует дух постоянного поиска различных решений. Как сделать что-либо по-другому, но не ради того, чтобы это было по-другому, а чтобы оно стало лучше. В Лейпциге улучшение – это введение идеальной системы, где бамперы выгружаются из грузовиков и поступают прямо на линии. Устанавливаются задние фонари. Внутри устанавливается навигационная система. Рычаг переключения передач. И руль. Если вы думали, что заправки с полным сервисом ушли в прошлое, вы ошибаетесь. И здесь они не просто проверяют давление в покрышках. Они устанавливают новенькие колеса. Привозя их прямо с грузовика, который только что прибыл к сборочной линии. На каждые 12 машин нам нужен грузовик колес. Если вы бывали в шиномонтаже, вы оцените, сколько времени требуется для установки всех 4 колес здесь, в Лейпциге. 2 минуты 20 секунд. Каждая машина перемещается по заводу для прохождения различных проверок качества. Цель – точность. В том, как входит задний фонарь, или как багажник автоматически закрывается нажатием кнопки. Впервые запускается двигатель. Компьютер проверяет его работу. Но последняя оценка происходит за пределами завода на испытательном треке Porsche. Мы обкатываем каждую машину. Водитель проводит оценку автомобиля.
Это не только технические данные, а само ощущение машины. Как мы называем это крутометр? Ощущение, которое автомобиль создает в твоем теле, обратная связь с машиной. Это тяжелая работа, но кто-то же должен ее делать. Трассы на окончательную мойку. Покидать лейпцигский завод грязной новой машине просто неприлично. Совершенству нет предела. Для новейшего мегазавода Porsche. Программа озвучена студией АРК-ТВ. Текст читал Дмитрий Полиновский. Это участок логистики. Сюда 14 раз в день доставляются запчасти. Рабочие следуют указаниям на компьютерных распечатках и световым индикаторам для укладки нужных деталей на тележке. Сложно укладывать детали двигателей вовремя и в нужное место. Это означает, что через 8 секунд деталь отправится на сборку двигателей. Эта желтая штука – элемент автоматической транспортной системы, управляемой компьютером. Этот транспортер отправляется на сборочную линию. Для каждого двигателя необходимо порядка 190 деталей. И особая тележка, в которой хранятся все эти детали для одного двигателя. Это сборка V-образных двигателей V6 и V8. Работая по две смены в день, примерно 300 человек собирают двигатели для Panamera. Семь различных двигателей. Это разнообразие – часть бизнес-стратегии Porsche. Цена на Panamera варьируется от чуть больше 75 тысяч долларов до более 173 тысяч. В основном в зависимости от того, какой двигатель вы хотите. От V6 с двигателем в 300 лошадиных сил до сильного турбированного V8 с двигателем в 550 лошадиных сил. Турбинный способен развивать 306 км в час. Это место, где двигатели попадают на первую станцию. На линии сборки двигателей 43 рабочих станции. На каждый этап затрачивается 3 минуты 45 секунд. Именно этого ждут фанаты Porsche. Для всех 7 версий двигателя всего одна сборочная линия. В этой части завода мы соединяем двигатель и трансмиссию. Panamera оснащаются ручной трансмиссией с ручным управлением. Трансмиссии первоначально разработаны для гоночных машин Porsche. Это ключевая часть создания седана с душой спорткара.
Трансмиссия дает возможность переключать скорости самостоятельно или предоставить это компьютеру. Можно самому вести машину, если вы водитель-гонщик, но при этом ваша жена или мама также смогут ею управлять. Техники занимаются двигателем и трансмиссией, а целый ряд автоматических тележек движется по сборочной линии. Эти тележки представляют собой подвижный рабочий стол для сборки шасси. Для безопасности каждая тележка оснащена черным глазом, сканером. Могу вам продемонстрировать. Вот. Она остановилась. Теперь я могу отойти. И вы увидите... Увидите, что она продолжит движение. Следующими устанавливаются подвеска машины и тормоза. Ключевые детали напрямую связаны с гоночным наследием Porsche. Сейчас наша скорость 160 км в час. У нас хорошие тормоза, и даже если дорога мокрая, как сейчас, проблем со сцеплением не будет. Техники продолжают устанавливать новые детали на линиях сборки двигателей и шасси. Porsche Panamera. Новейшая машина одной из самых известных автокомпаний Германии. Первый четырехдверный спортседан, когда-либо созданный Porsche. Это нечто особенное. Раньше нельзя было проехаться на четырехдверном Porsche. С Панамерой компания оказывается на незнакомой территории. Будут ли покупать столь радикально иное Porsche? Будучи небольшой маркой, начало выпуска новой модели было очень большим риском для компании. Часть риска – вложение свыше 200 миллионов долларов США в расширение завода, оснащенного по последнему слову техники. Мы находимся в логистическом центре Porsche Leipzig. В день сюда прибывает примерно 150-160 грузовиков. Каждый день они привозят на завод свыше 2000 деталей. Каждая деталь используется в сборке менее чем через 24 часа. И крайне важно, чтобы ничего не потерялось. Каждая деталь имеет свое место, так что ничего не может быть утеряно. Все можно найти, потому что для каждой детали имеется специально подготовленное место. У нас существует общая система, сборочная система и логистическая система. Они соединены интерфейсом. Таким образом, поток материалов и машин синхронизированы. Детали прибывают в ящиках, специально сконструированных для завода Porsche. Это специальный ящик. Он создан специально для рулей и подушек безопасности Porsche. Техник берет руль и несет его отсюда прямо на линию. Кроме завода в Лейпциге, который является ключевым для создания Панамеры, привлечены три других немецких завода. Кузова изготавливаются и окрашиваются в Ганновере. А двигатели собираются в пригороде Штутгарта. Мы находимся на заводе по сборке двигателей Porsche в Цуффенхаузене.
Это сердце. Это сердце завода по сборке двигателей. Там они встретятся с кузовами автомобилей. Но когда грузовики приезжают, рабочие начинают отсчитывать минуты и секунды. Каждые 2 минуты и 20 секунд мы выгружаем по двигателю. Двигатели специально созданы для Panamera. Главным в Porsche всегда были прекрасные характеристики. Даже с 4 дверями. В Panamera главное – возможность выбора. Вы можете выбрать один из 7 различных двигателей. 2 разных трансмиссии. Заднеприводную или полноприводную версию. Можно повеселиться на гоночной трассе, если хочется. Но на этой машине можно и в отпуск поехать. Все механические детали для автомобилей прибывают в одно и то же место на заводе. Крупные детали, вроде двигателей и трансмиссий, выгружаются из трейлеров в четком порядке, в соответствии с планами завода на сборку машин. Двигатели выгружаются в строгой последовательности. Это напоминает кассу супермаркета, только все происходит быстрее. Штрих-код — это проверка последовательности. Все в порядке, двигатель может отправляться на линию. Как только запчасти выгружены, держатели, на которых они прибыли, отправляются обратно в пустые грузовики. Это эффективный способ обеспечения постоянного потока деталей и грузовиков. Приходит полный трейлер, мы выгружаем двигатели, а затем пустые поддоны отправляются в пустой трейлер. Это непрекращающийся цикл. Двигатели собраны с невероятной аккуратностью и точностью. Это турбокомпрессоры для Panamera Turbo. А это станция, где эти турбокомпрессоры устанавливаются на двигатель. Рабочие используют обычный ручной инструмент. А также инструменты, контролируемые компьютером. Это умный инструмент. Все скручивающие усилия и углы сохраняются в компьютере. Роботы производят наиболее ответственную работу. На этой станции собираются головки цилиндров. Это роботизированная установка, где они собираются. Это особые роботы. Для каждого двигателя у нас есть специальные программы. Роботы сами выбирают подходящие насадки для сборки следующего двигателя. В
Через 3,5 часа мы получаем полностью законченный, готовый к выходу на гоночную трассу двигатель. Те же автоматические транспортировщики, которые привозят запчасти на линию, встречают готовые двигатели. Тележка заезжает под мотор и подбирает его. Он будет отправлен в Лейпциг. Со сборочной линии транспортная система доставляет готовый двигатель сюда, в зону отгрузки. И далее мы отправим двигатели в Лейпциг грузовиком. До Лейпцига, думаю, примерно 4 часа. 4 часа пути.